Крупный перспективный проект «Орленка» – амфитеатр на 1500 мест на завершающей стадии подготовки. Это один из самых больших концертных залов на Черноморском побережье. Он оборудован современной аудио, видео и световой аппаратурой. Наша съемочная группа побывала в амфитеатре и оценила его масштабы. Если бы не лежащие местами стройматериалы и инструменты, можно было бы подумать, что концертный зал уже функционирует. Но запах новой мебели и целлофановая упаковка на аппаратуре говорят о том, что хотя дело и близится к завершению, остались еще небольшие последние штрихи. Например, таблички с номерами мест на креслах. Основные работы выполнены. Выполнены даже пусконаладочные работы. То есть при необходимости сейчас можно включить все экраны, свет, звук, все системы, необходимые для жизнедеятельности амфитеатра. Все работает. Остались финальные штрихи к портрету. Где-то что-то почистить, что-то доклеить, убрать немножко. В принципе, и все. Масштабы амфитеатра поражают воображение. Среди концертных залов на Черноморском побережье подобное можно найти только в Сочи. Огромная сцена площадью 809 квадратных метров с антаблементом. Напротив – 1500 кресел плюс вип-зона, дополнительные места и несколько секторов для маломобильных зрителей на нижнем ярусе. Очень удобные кресла и отличная видимость с любого места. Но даже если с этим возникнут осложнения… Три огромных экрана решают эту проблему. 9 на 16 метров в середине и 9 на 14 по краям. Кроме экрана, в помещении оборудовано мощной аудиосистемой и несколькими десятками разнообразных светильников над сценой и по периметру амфитеатра. Все это управляется из операторской кабины. Она укомплектована современными пультами и микшерами. Коридоры и подсобные помещения амфитеатра также уже готовы. Разумеется, как и в любом серьезном концертном зале, здесь есть функциональная артистическая комната или гримерка. Здесь артисты готовятся к выходу и гримируются. Затем они выходят в холл. И уже отсюда направляются на сцену. Снаружи завершаются отделочные работы и полным ходом идет озеленение прилегающей территории. Всего планируют посадить 12 деревьев и 8 кустарников. Между ними разместят скамейки. Игорь Хворостянов, Денис Гилев, Аркадий Коваленко. Телеканал «Орленок ТВ».